Всем привет, ребят! Сегодня мы с вами повеселимся. Сегодня, значит, что мы хотим сделать? Видел, читал, многие из вас просили. На самом деле, есть уже такой видосик небольшой, где ребята брали вот такие вот интересные вещи. Ну, интересные, это простые, на самом деле, велосипедные колесики и ставили их на автомобиль. А на самом деле, по видео, которое я видел, проехали почему-то они немного и всего лишь на двух колесах. Поэтому решил сделать по-другому. Взять 4 колеса велосипедных, поставить их на все 4 колеса, вернее, и попробовать сначала проехать потихонечку, посмотреть, как они себя поведут. Ну, а потом, конечно же, попробовать, ну, дать угла, конечно, это будет сильно громко сказано, но хотя бы немного как-то разогнаться и что-то попробовать сделать, посмотреть, как они себя поведут. Так, значит, диски взял разные, впереди у нас будут стоять. Это у нас 20-й диаметр, а сзади у нас будут стоять диски размером 26 дюймов. Осталось сделать нам переходные пластины, с помощью которых мы это дело все будем прикручивать. Поэтому сейчас беру болгарку, сварку и начинаю что-нибудь делать. Погнали! Трогал, приору чинил. Тут пришли какие-то дядьки, говорит, давай на велосипеде поедем. Нам надо, говорит, болт по центру приварить. Принесли какую-то ржавую, значит, железяку. Говорят, вот ставь болт по центру и вари. Как хочешь вари. Сломается, говорит, виноватый останешься. Ну, отлично пока, скажем так, все хорошо. До того, как поставить, сразу в эти колеса уже накачали, в общем, 5 атмосфер. И все равно, смотрите, в любом случае его проминает немного. Но качать больше уже смысла нету, потому что что-нибудь может не выдержать. А ну его нафиг, пока пускай будет так. Похрустывают, ну, спицы. Спицы, да? Все, фонарь. Все, хорошо. В момент, когда мы этот автомобиль потихоньку катили, спицы аж щелкали или похрустывали, не знаю, как это правильно сказать. Но, судя по всему, натяжение сейчас на них, ну, очень такое, прям даже, да, очень хорошее. Ну, нормальненько, в общем. Здорово, надеюсь, выдержит. В принципе, это у нас эксперимент, так что поехали передний ставить. Пока у нас все держится. Единственное, что все-таки вес здесь большой. В любом случае продавило покрышку, ну, почти до самого обода. Пришлось с 3 подкачать до 5. Хоть это и было опасно, потому что на покрышке написано, что максимальное там давление 3 атмосферы. Ну, сейчас по факту 5. Осталось, в принципе, дело за малым. Завести ее и попробовать на ней прокатиться, посмотреть, выдержат они или нет. Клоча, да, разворачиваюсь и там по кругу и поехал на улице, да. Поехали потихоньку. Ой, 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 что там, а что там происходит? Кто-нибудь видит, нет? Первая попытка была немного неудачная, потому что колесо начало вращаться, по контрагайке не поставили, ну, соответственно, гайку сорвало, она немного открутилась, поэтому завращалась просто ось внутри колеса велосипедного, и поехать не удалось. Сейчас все поставили. Ну и пробуем еще раз. Едет! Ой! Что там такое? Уже 8 на колесе!
на самом деле покатался вперед-назад. Немного страшновато, потому что в любой момент колесо может сложиться, какая-нибудь спица лопнет, ну, естественно, потянет все остальные за собой. Но теперь хочется немного поддать газку. Ну, поехали! А, раскрутилось! Нет! А все выдерживало до одного момента, честно вам скажу. В общем, спицы полетели отсюда вместе вот с головками, которые их держат. Короче, из посадочного места начали выскакивать. Очень печально, поэтому сейчас мы возьмем всем народом, который у нас здесь есть, залезем на машину и посмотрим. Нет, а что мне садиться? Я встану прямо вот сюда. Давай, давай, вставай туда. О, держится так, Ваня, аккуратно. На капот не встаем. Так, держит. Да. Оба, еще один, нифига себе, четверо уже. Нет, там было написано, да, 75 килограмм. На гру... Опа. Так, так и еще кто-нибудь, давайте сюда. Это уже, считай, 500 килограмм, еще, пока не качай. Оба, так. Обалдеть! А теперь упираемся в потолок. Ну да! Нифига себе! Это 8 человек, да? Все, загрузились. Обалдеть! Обалдеть! Вообще, все, вау! Ну все, а там тоже сложилось, да? Ё-моё, красота какая! Все хорошо получилось, все-таки передние колеса со спиц у нас сломались, выдержав такую обалденную нагрузку. На покрышке было написано 75 килограмм максимальное давление, но это на покрышке. На самом колесе ничего не было написано, но вы представляете, вес автомобиля по 4 человека еще залезло с каждой стороны. Ну, в общем, считайте сами, выдержан вес просто, блин, огромный. Короче, сзади поставили колесо с правой стороны, стандартное, с натянутой сверху пластиковой трубой. Поскольку это колесо крутится на затягивание, попробую все-таки сорвать его с места, чтобы оно забуксовало. Поехали. Пробуем. Ага! Это реальная фиаско, мы не можем провернуть вот это колесо. А, сначала стояло колесо, на которое была натянута пластиковая труба, но, естественно, оно забуксовало, ладно, фиксим, сняли его, поставили, поставили простую резину, и в любом случае простая резина буксует, а это колесо, ну, оно никак не хочет. А, нашли еще такие приколы, что кое-где оно задевает за арку, поставили домкрат под кузов, ну, маленько приподняли, сделали небольшой зазорчик, так сказать, слегка его разгрузили, но это нифига мы его не разгрузили, потому что кузов реально подняли буквально миллиметров на 20 всего лишь. Надо сломать его. Поехали. А, ну вот, ребят, значит, что у нас получилось. А у нас получилось, что вот это колесо, оно в любом случае выживает. А, причем зацеп у этой резины, ну, естественно, у нее и состав другой, она сразу же начинает просто мгновенно очень сильно дымить, мягкая, цепляется хорошо, пятно контакта маленькое, давление большое, то есть, ну, зацеп прям вообще такой капитальный, что они начинают буксовать одновременно оба. В общем, короче, блин, это какая-то фантастика, нифига себе делают колеса для велосипеда. На самом деле есть такая идея, раз такие колеса уже очень так себя хорошо показали, можно взять, например, что-то типа мотоциклетных колес, поставить и поехать просто на полигон, то есть раздать как следует, посмотреть, как они себя поведут, ну, что-то подсказывает, что их тоже будет очень тяжело убить. Короче, ребят, эксперимент прошел просто на ура. Я не знаю, я рад за всех, наверное, велосипедистов. Нифига себе, блин, какие безопасные колеса просто. На этом у меня все. Эксперимент прошел просто на ура. Обязательно что-нибудь предлагайте, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну все, пока.